Так, всем привет! Вы на канале Рикантана. Мы продолжаем свой путь в третий дивизион. Нам осталась одна победа, которую необходимо одержать в пяти играх. И я надеюсь, что получится одержать именно сейчас. На самом деле я очень прибавил. Вот эти 25 игр Weekend League мне реально просто прибавили, так сказать. Прокачали меня. Я очень мощно стал играть. Ну и... Адам Лалар. Потерял он мяч, но кому он достанется? Вот это удар! Матчи в четвертом дивизионе в целом даются легко. Я, в принципе, должен был выходить в предыдущем сезоне. Но не вышел лишь по случайности. Какой-то непонятный разрыв связи произошел. Опасный момент. Сон Хын Мин. Произошел он в решающем матче, в последнем. То есть я вел... я проигрывал 2-0. Какой шанс? Отличный пас в разрез. Момент! Проигрывал 2-0. Потом сделал 2-2. Гильфи Сигурдсон. Дэн Ловрен. И на последних минутах забил. И тут же, как я забил, произошел какой-то немыслимый разрыв связи. Доколе мне непонятно. Ну, при котором... Хорошая игра в отборе, но мяч пока ничей. Хуан Мат. Отобрали мяч у соперника, теперь можно начинать свою атаку. И здорово играет защита. Надо постараться доставить, но я не вышел. Штрафную ситуация к этому располагает. Игра засчитала мне поражение. Бейнс. Хорошая передача. С которым, что говорить, пришлось смириться. Что ж такое-то? Вот видим, да, соперник вообще не атакует. Ну, я думаю, что в данном случае первая атака, наверное, закончится голом моей ворота. Так часто бывает. Прижали соперника к воротам и ждут свой шанс. Прекрасная передача. Повес на деревню дедушки. И как пробил? Нужно забивать. Да ё-моё. Даже мяч искакивает не на ход, то есть как бы. Блин, давай уже заваливай. Рахим Стерлинг. Это удар. Да куда ты так слабо-то, Давид Нунес? Сразу забить гол. Неплохо действует игрок. Мяч отобран, и что дальше? Решил пробить. Да ну нафиг. Шанс мог бы вывести. Ну как мимо-то, ёб твою мать. Заходить должен, родная. Ай, так, ну давай, давай, надо сейчас решить уже. А следующий матч как раз за чемпионство. Стадион недоволен, стадион свистит, гости не торопятся с водой. 4 игры останется на то, чтобы победить чемпионство. Болельщикам хозяев. Разумеется, эта ничья устраивает их гораздо меньше, чем гостей. Отсюда и свист. Отличный отбор, но кому достанется мяч? Мало кто умеет так здорово играть в пас. Великолепно. Есть варианты развития атаки. Джейми Варди. Отлично. Это может быть опасная атака. Ну куда же ты, Джимми Вайн? Очень неточно. Даже заострить внимание. Владение пока феноменальное. Шеймус Колман. Гильфи Сигурдсон. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Ой. Неточная передача. Вратарь без труда отбирает мяч. Это я уже в предвкушении.
Роберто Фермин. Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. Что-то вообще, что попало, блин, честно слово. Ну, блядь, столько моментов забить опять не получается. Так, ладно, надо заточиться немножко. Игу обязательно придет. Это может быть опасно. Либо он придет в мои ворота, и два я уже точно не забью. Пас с фланга. Головой пробил он по мячу. Да ну нафиг, да это наверх. Да я сейчас наверх давал. Мамаду Сако. Деулофе. Это может быть опасно. Он против. Блин, ну а там почему наверх удалось? Ух ты, как технично семерочка подработала себе мяч. Угу. Это Куанте отдает. Ну и что, долго будем записывать? Давай, конечно, время потянем. Еще никуда не торопимся. Так, давай, давай, дальнюю закрывай. Угу. Угу. Стоим. Стоим. Ближнего края, ближнего выталкивай. Лалана! Тут вратарь надежно сыграл, пришлось прыгнуть, но мяч забрал. Рахим Стерн. Уэйн Руни. Рахим Стерн. Тут может что-то получиться. Загружает мяч в штрафную площадь. Прекрасный момент. Хватает первый на мяче. От него, от его ноги. Отлично. Игрок бросил мяч, не стал ждать ни секунды. Пока неплохо. Роберто Фермино. Удар, сейв, неудачно отбивает он мяч. Отобрали мяч. Мяч летит в сторону ворот. Спасает вратарь, но мяч у атакующей стороны. А сейчас... Да есть же! Ну, это просто феномен. Это феномен, это мат. Побежали, побежали, ребят, побежали. Феноменальный гол. Просто конфетка. Как оставил? Кто это был? 20 номер. Кто у нас 22? Изюминка на вишенке. Вишенка на тортике. Минимальное количество. Просто. Ребят, ну... А, кстати, владение почему-то я сбавил. Смотри-ка. Было такое феноменальное владение. Ну, отбора мяча у меня просто феноменально. Игроки отдохнули в перерыве и готовы снова ринуться в бой. Второй тайм начался. Мата Гарси. Великолепная игра в пас. Прижали соперника к воротам и ждут свой шаг. И вратарь забирает. Блин. Надежно сыграно. Жаль, мяч не у него остался. Собран мяч, надо возвращаться. Так, водится. И чё? Джейми Вард. Может получиться интересная атака. Да, да, это было промечено, конечно. Атака остановлена, но кто получит мяч? И как опасно пробил. Ух ты. Забрал мяч в прыжке. Неплохо. Молодец. Спасибо. Отличный пас, сказал соперник.
Защитник перехватывает. Пас в разрез. Колман. Начо Монреаль. Да, конечно, до свидания. Парень, ты что решил тут в технику поиграть, что ли? Хуан Мата. Роберто Фермин. Аарон Ленна. Это может быть опасная атака. Защитник прекрасно обороняется, не позволяет пройти на весь. Еще много времени до конца матча, 30 минут. Конечно. Шеймус Колман. Судья фиксирует нарушение и вполне может наказать игрока. Судья помогает как может сопернику, ребят, просто как может. О, попы, родной, попы. Мяч будет введен в игру из-за боковой. Уэйн Руни. Оп, а угловой, а, отлично. Мяч уходит на угловой. Крис Молли. Ну, блин. Удар, опасно. Удалось нейтрализовать атакующего игрока. Кто будет первым на мяче? Это может быть опасно. Бежит. Владеют мячом и ждут, когда придаст. Отличный удар. Гильфи Сигурдсон. Кто-то звонить. Хотя бы не бежим, бежим. Блин, сейчас вот посмотри. Сейчас угловой 1-1. И вся моя неплохо скажется сразу. Так, давайте Мату заменим на Канте. Выпустим Дембеле вместо Стерлинга. Волкота. Нехило накрутил мне в ближнюю девяточку. Давай, давай, ребят, давай. Надо отбиться, отбиться. Толкаемся, толкаемся. Смотри, выходи. Смотри, что делает. Ау. А, отлично. Вот это вот мяча из аута. Сразу же соперник. 20 минут осталось играть. Надежно сыграно. Жаль, мяч не у него остался. Блестящий он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Уэйн Руни. Какая техника. Джейми Варди. Ох, твою мать, ну поторопился я. Этот игрок прекрасно бы исполнял в регби штрафную. Удар. Еще чуть-чуть и два мяча. Мазила, блин, мазила. Расслабляться рано, преимущество пока минимальное. Задзе. Гильфи Сигурдсон. Сон Хын Мин. Пока неплохо. Друзья, вы поворотов-то бить собираетесь или нет? Пасы это, конечно, хорошо, но надо же голы забивать. А вот сейчас начнется самое сложное, самое интересное. Времени почти нет, но команда пока с минимальным перевесом впереди. Действительно, зачем откладывать что-то на потом, если это можно сделать и здесь, и сейчас? Хороший пас во фланг. Есть варианты развития атаки. Хотят они довести мяч до верного, чтобы уж наверняка поразить цель. Удар!
Какой удар! Хорошее оборонительное действие. И кто первым успеет к этому мячу? Отлично сыграно, надо решать. С трудом сейчас мы слышим друг друга. Болельщики перекрикивают нас. Похоже, они сейчас сойдут с ума. Да, болельщики. А Ромена. Ё-моё. И еще один угловой. Ой, давай тут уж, короче, время тянуть. Статистику угловых на ваших экранах. Есть варианты, куда сделать пас. Навес находит вратаря. Ну что, я потянул время? Нет. Отобрали мяч у соперника. Теперь можно чуть-чуть поторопиться. Съел. Игрок и попал в атаку. Сидит. Дембеле. Судья решил добавить тренинг. Ёб твою мать, что ты делаешь? Он накручивает. И как опасно пробил. Блять, ребят, это эпик. Как быстро все. Ой, блядь, твою же мать. Ну, с того, чтобы... Ну, это идиотизм просто полный. Напоминаю, что для повышения в классе команда устроит только победу. Блять. Вратарь как будто пытался угадать, в какую сторону полетит мяч. И штанга, друг вратаря, его тоже не выручила. Надо было ее перед свистком хоть погладить или поцеловать, как это делает голкипер Артем Ребров. Сейчас она явно сыграла за команду соперника. Это пипец, блин. Финальный свисток арбитра фиксирует ничей. Это полный тупняк, ребят. Просто слов нет, друзья. Такая тупость просто, блядь, тупое поражение. Ой, блядь. Ну, вот так и играем. То есть, о чем тут говорить? Ну ладно, 7 у него ударов, я не спорю. Ну, у меня 22 отбора, у него их 2. Короче, это даже не обсуждается. Давайте просто гол бросать, посмотрим. Мяч у атакующей стороны. А сейчас вперед! И что? Гол! Это преимущество еще надо удержать. Получится. Гарантирует себе повышение в классе сегодня. Нет, у них будет следующий матч для этого. Да, за этим матчем становится смотреть все интереснее и интереснее. Что тут? Ну. А, вот. Смотрите, как оставил и пробил. Ну, хоть чем-то нас порадовали. Хоть чем-то. Потому что больше радоваться особо нечему. Ладно, все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Ну, ничего, вообще ничего не давай, честное слово, ребята. Играйте в футбол. Всем пока.